Ой, эту игру я на компьютере когда-то видел. Даже и не знал, что это Sega 32. Изи, а чё изи-то? Блять, а как сложно это сделать? Чё только изи и изи? Что за хрень? Ничего не понял. А, тут что-то, подожди-ка. Во, минимум хард. Рок хард. Что тут еще можно? Ничего. Старт тогда. Ой, блять, я в нее играл, когда мне лет 10 было, наверное, если не меньше. В гостях на компьютере чужом. Тут мне тогда сказал, что это Sega 32. Давай тетеньками поехали. Блять, как ехать-то? Короче, мы орать только умеем, да? Это Флинстоуны какие-то, что ли, блять? Какие домики-то? Блять, разбил байк. А-ля-ля-ля-ля. Ну, почти выиграл. Ну и чё, и все, так и будем стоять, блять. Все, я сейчас всех замочу. Вместо бибика не орем. Тут хоть объехать столбики можно с любой стороны. Блять, домик не объедешь. Пожалуйста. Так это так и сократить можно, кстати, что там, блядь. Блять, не сюда, я случайно не туда уехать можно. Че ты мне не даешь на пролом-то, блядь, проехать? Так нечестно, где-то, блядь, можно сократить, где-то они сделать. Чё там пикает? А, вон там видит динозавра, я опять почти просрал свой мотоцикл. Ура! Три лапса. Опять прыгает.